по дзюдо, по боксу, по тяжелой атлетике, макота. И мне приходилось 7 минут драться. Я никогда не поднимал большие веса. Я не могу там выжить 100 килограмм, сейчас не выжил. Но я могу напрячь руки так, что я, можно на них поставить и 100 килограмм. И как бы могу напрячь так руки, что они у меня становятся жесткими. И когда я с ними дрался, я как ударил, у меня рука получалась жесткая для удара. Но когда, потому что вы когда бьете, вы не поднимаете тяжесть, вы концентрируетесь. У меня было такое упражнение, я занимался гантелями и гирями. У меня была гиря 24 килограмма, но я писал об этом. Вот я ее выкидывал так вот, 130 раз. И когда ты такой битый, 130 раз выкидываешься, и когда 130 раз в грудь ударишь, понимаете, уже будет, но это же надо расслабление, концентрация, скорость, когда. И мое, когда приходился в душу бить, как ударил там, уже все, как бы никому ничего не хотелось, когда. И поэтому помните, концентрация, напряжение рук, вот это очень важно. И когда там говорят, там сильный, говорят, ну давай ты сильный, я сейчас напрягу руки, попробую мои руки разбить, никто не мог этого сделать никогда. Сейчас я уже старенький стал, слабенький. Ну кто хочет попробовать? Я моя, хорошо. Да? Вы еще наследите. А? Силы много. Ну, могу фокус показать, хотите? Ус. Иди сюда. Иди сюда. Кстати, с балаканом. Мои руки перейдут. Одну, вторую, так вот, да. Тяните. Вот это фокус. Ребята, ну хватит, да? Вот, концентрация и сила. Они очень старались. Старались? Да. Хотели победить. Фу, дальше.